Безусловно, девочкам балетом заниматься полезно. У них появляется осанка, у них появляется грация, у них появляются красивые ноги мышечные, накачанные. Плюс они занимаются под классическую музыку, то есть у них воспитывается какой-то музыкальный вкус, они тянутся к прекрасному. Ну и потом, это дисциплина, балет — это жесткая дисциплина, они закаляют в ней характер. Нет, эти качества потом пригодятся обязательно. Так что балетом заниматься полезно.